Рот откроем? Ага. Ага. Угу. А. Снимаем штаны, да? Да. Штаны снимаем, говорю. Доктор, я вам говорю, я букли не выговариваю, вы говорите снимать. Я ни хрена все равно ничего не понимаю. Давайте снимаем молча штаны свои. Снимайте быстрее. Давайте по-быстрому все. Я в туалет еще по-большому хочу, если честно. Трусы тоже снимаем. Доктор, я вам объясняю, где я говорю. Я букли не выговариваю, вы мне говорите, тут трусы снимаем. На деньги мои, а что тут надо? Поворачивайся, поворачивайся. Я, между прочим, клятву гипопотаму давал. Да, высококвалифицированный врач. Я понимаю. Доктор. Латышский знаю. Ничего доктор. Не боимся. Доктор, вы уверены, что вы делаете? Доктор, это мне никак не... Я вам говорю, рот не нагадывает. Вы говорите, что не снимаете. Я думал, вторую не надо надеть. Доля, давайте я на другом лату пойду, а вы сами тут разобьете. Сука, пидорас, блядь! Ты чё нахуй делаешь, блядь? Я тебе, блядь, объясняю, у меня, блядь, проблемы, сука, с речью, блядь! А ты мне... Пидорас! Пидорас, блядь! Бля, палец в жопу засунул и... Смотри, говорю нахуй! Ну, во-первых, не палец, а... Четыре пальца. Да похуй, бля, бог, смотри, пидорас, а во-вторых, ты сам пидорас после такого. Трусы одеваем и давайте следующего зовем. Пидорас, спасибо, доктор, пидорас, гандон, фу, бля. Я у вас там кольцо оставил, в туалет сходите, принесете. Да, все принесу, док, пидорас, бля, охуенный пидорас ты.